Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите очередной выпуск спортивной панорамы, в котором мы, как обычно, познакомим вас с последними событиями в мире физкультуры и спорта нашего города и района. Помогать нам в этом будет тоже, как обычно, магазин мужской одежды «Статус», расположен на втором этаже Северного рынка и по адресу улица Луначарского, дом 2, дробь 14. В магазинах «Статус» вас уже ждет последняя новая летняя коллекция этого сезона. Магазин мужской одежды «Статус» – наш партнер. Ну а вот темы сегодняшнего выпуска спортивной панорамы. Юные футболисты нашего города выиграли предварительный этап фестиваля «Локобол РЖД». 17 июня угличане сдавали нормативы обновленного комплекса ГТО. На стадионе «Чайка» состоялось открытие футбольного сезона. Ежегодный семинар восточных единоборств собрал более 130 участников. Об этом и другом смотрите через несколько секунд в передаче «Спортивная панорама». В конце мая стартовали чемпионаты первенства Ярославской области по футболу, в которых в этом сезоне принимают участие наша мужская команда и 4 юношеских от 10 до 17 лет. А перед первым домашним матчем чемпионата между мужскими командами «Чайка» и «Диамант» из поселка Красное на Волге состоялось официальное открытие футбольного сезона. Дорогие угличане, дорогие любители футбола, участники чемпионата области по футболу, команда «Диамант», команда «Чайка», разрешите вас поприветствовать от имени Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района. И в первую очередь поприветствовать команду «Диамант», действующих чемпионов области по футболу. Давайте еще раз поприветствуем наших гостей. Я знаю, что «Чайка» начала успешный сезон. Так продолжать. Побольше побед, побольше голов. Удачи вам и хорошего настроения. Все присутствующие минутой молчания почтили память Владимира Арфаницкого, усилиями которого стадион «Чайка» приобрел современный вид и комфортную инфраструктуру. После поднятия флага под гимн России игра началась. Ее ход развивался по интригующему сценарию. Первыми счет открыли хозяева, это сделал Кирилл Белянчиков. Затем наши спортсмены имели несколько верных возможностей увеличить счет, однако прекрасно игравший вратарь гостей Евгений Гузенко больше не пропускал. Николай Васильевич, сегодня состоялось торжественное открытие футбольного сезона, хотя эта игра третья, игра с чемпионом. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Что я могу сказать? Это, в принципе, хорошее начинание, которое вроде было как забыто. Да, и что ж, все готово к сезону. Команда играет неплохо. Немножко не хватает реализации. Лотарь хорошо играет. Будем ждать второй тайм. Игра очень интересная. Наши какую тоже игру, какую хорошую показывает. Но противник тоже не сдается. Вот. Очень приятно. Мы, старые болельщики, так и продолжаем ходить. И будем где-то ходить. Так что с открытием, товарищи. В итоге гости сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. А под занавес матча увеличить преимущество. 3-1. Победа прошлогоднего чемпиона области. Несмотря на поражение, немногочисленные зрители дружно поддерживали нашу команду. Руководством спортклуба «Спарт» были учреждены призы лучшим игрокам матча. Ими стали, по единому мнению специалистов, Кирилл Белянчиков и Евгений Гузенко. Как вы охарактеризуете сегодняшний матч для вашей команды? Как вообще день, как футбол сегодня? Ну, слушайте, день сегодня такой не очень солнечный, но погода футбольная, я бы сказал. Ну, а сам матч, как сложился для вас, ведь первым пропустили. Ну да, слушайте, поначалу немножко расстроен был, потому что гол такой неприятненький был, ошибку свою тоже почувствовал, но думал то, что выиграем. Так получилось. Что можешь сказать о сопернике, о «Чайке»? Ну, соперник хороший, много моментов не реализовывает, к сожалению, для них. Благодаря вам. Может быть. Евгений, мы желаем вам спортивной удачи и вам, и вашей команде. Спасибо. Вам тоже спасибо, до свидания. «Чайка», несмотря на поражение, весьма уверенно взяла старт чемпионата, и планы у наших игроков и тренеров, как всегда, амбициозные. Команда готовится, как обычно. Как только расставило наше чудесное поле, вышли на поле и стали три раза в неделю проводим занятия, и тренируемся, сыграем, пытаемся наладить взаимоотношения, ну, отрабатываем какие-то элементы технические. Так, как обычно, призеры прошлогоднего чемпионата должны выглядеть всегда, считай, достойно. Поэтому стараемся выглядеть более-менее в области. Первая игра, сразу же победа, придала силы ребятам? Ну, первая игра довольно-таки, если серьезно, не очень сильный соперник оказался. Ну, хотя это не умаляет достоинства наших футболистов. 8-0, и голы на любой вкус. Может, это их к лучшему разминочно. Вот во второй игре на выезде в Ярославле был уже серьезный соперник, тоже прошлогодняя команда. Сейчас она ДСШ-13, а это был «Авангард» в свое время. Команда очень приличная, потом там интересная игра была 2-2.
не реализовали пенальти на последних минутах. Поэтому, ну и сегодня, конечно, игра просто шикарная. Я считаю, что и соперник молодец, и вратарь их просто выручил сегодня в 5-6 моментах, таких моментах. Мы тоже выглядим достойно. Наверное, игра понравилась нашим зрителям. То, что один матч выиграть, другой проигрывать, и в ваших стратегических планах на сезон не меняет? У нас всегда задача попасть в пятерку, а там по ситуации в пятерку мы должны влезать в любом случае. Ну что ж, пожелаем вам и исполнять этих планов, попасть, наверное, в призовое место. Спасибо, ну, ребята постараются. На момент создания передачи наши футболисты провели 6 игр, из которых 3 выиграли и находятся на 4-м месте турнирной таблицы. По доброй традиции, в конце мая-начале июня на Угличском стадионе «Чайка» проходит предварительный этап международного фестиваля футбола «Локобол. Российские железные дороги». В этом году фестиваль отмечает 10-летний юбилей, а в Угличе он получил прописку с 2011 года. А 31 мая состоялся отборочный турнир среди мальчиков 2005-2006 годов рождения, собравший 8 команд из городов Ярославской и Тверской областей, которые в двух подгруппах выявляли сильнейших. Без поражений весь турнир провели угличская «Чайка» и спортсмены «Отрадного». Им и выпала честь на следующий день, 1 июня, сражаться с сильнейшими командами Ярославля и Рыбинска. Турнир предварял красочный парад, а затем начались игры. Это шикарный турнир. Благодарность ДФЛ, детской футбольной лиги, за то, что они сделали. Есть возможность мальчишкам встречаться, есть возможность мальчишкам дружить, есть возможность мальчишкам играть в футбол. Это турнир без взносов, наконец-то, хоть слава богу. Это большое дело. Приезжаем с удовольствием каждый год. Вот 6-й год сюда ездим с мальчишками. А вы знаете, те, кто уже отыграл, которые стали постарше, они говорят, на поле вроде так рубились, а потом в соцсетях друг друга находим, становимся друзьями и продолжаем дружить. Абсолютно правильно. Это самое главное, потому что любой турнир, они приобретают друзей. Потом самое, что интересное, Шинник дружит с Чайкой, Чайка дружит с Рыбинском. Они абсолютно нормально общаются. Это очень хорошо. Но неужели никто, на ваш взгляд, не ставит спортивных целей, именно выйти дальше, пойти? Ну как без спортивных? Без спортивных целей мы бы не были спортивной школой. Спортивные цели обязательно есть, но спортивная цель – это первая цель, а вторая цель – это дружба. Замечательно. Как, и на ваш взгляд, в этом году уровень ребят? Они каждый год меняются, это хорошо. Вот в этом году именно уровень. Уровень очень серьезный всегда. И как минимум сейчас, я вот поглядел на поле первой игры, как минимум 3 команды претендуют на первое место. Это и «Чайка», очень хорошая команда, это и «Шинник» 2005, и, я надеюсь, наша команда. То есть, кто победит, не имею представления. Уже не первый год турнир «Локобол» в Угличе совпадает с Днем защиты детей и с праздником в нашем стадионе. Вот скажите, как вы думаете, у ребят останется впечатление, когда они перед полными трибунами проходят под гимн детской футбольной лиги, под гимн «Локобола» и вот это вот? Однозначно. Это слово такое модное. Фишка. Это фишка Углича. И я ее всегда поддерживаю. Мы приезжаем специально заранее, не то что под игры, потому что это очень важно, чтобы на мальчишек поглядели, потому что сейчас мы смотрим на играх, все равно присутствуют в основном родители, знакомые, а здесь полный стадион, это великолепно. Как и днем раньше, все команды были поделены на 2 подгруппы, а их победители в очном поединке и должны были определить победителя предварительного этапа фестиваля «Локобол 2016». Сергей, ты лично какой раз приезжаешь в наш город? Ну, вроде 3-й раз приезжаю в ваш город, хороший город, мне понравилось здесь все, праздники, как 1 июня. А про свою команду расскажи, пожалуйста. Ну, моя команда вроде хорошая, но вот ошибки иногда допускаем. Ну, и тренер иногда ругает, Александр Дмитриевич. Ну, бывает строгим. Ну, так с нами добро, добро, все. А много ли ты занимаешься сам? Ну, 4 года. А почему решил стать вратарем? Так тренера поставили. А почему, как ты думаешь? Ну, за роста, сами сказали. Самому нравится? Да. Ведь надо командовать, надо. Ведь это надо обладать определенными лидерскими качествами, такими задатками лидера. Ты обладаешь ими? Да. Тебя слушаются сверстники? Да, слушаются. Ну хорошо, мы желаем и тебе, и вашему тренеру, и всей вашей команде только успехов. Спасибо. Спасибо. Вместе с юными футболистами из Ярославля и Рыбинска приехали и их родители, составившие мощную группу поддержки. Почему вы решили отдать сына именно в футбольную секцию? Сколько лет он занимается? Расскажите об этом. Ой, он занимается с 5 лет. Его взяли. Порядки исключения, да, уже почти 5 лет занимается, ему очень нравится. Ну, его девиз – футбол – моя жизнь. То есть он, кроме футбола, себя никем и нигде не представляет. Школа, наверное, страдает, знания, учеба? Особо не страдает, в принципе, справляется. Ну, помогаем. Кем он играет у вас, на каком месте? Он играет в нападении.
Много забивает бомбардир или не очень? Нет, получается? Забивает достаточно, да. Много. Забил уже сегодня. Расскажите, как вы сегодня играете, вообще впечатление, какой день, какая погода, какое поле, какие соперники, об этом поделитесь впечатлениями? Ну, город прекрасный, Углич. Впечатление очень хорошее, погода вообще прекрасная, а футбол это всегда праздник. «Чайка» выступала мальчиками 2005 года рождения под руководством тренеров Владимира Кайшева и Владимира Бороздина. И в группе наши ребята сумели обыграть «Шинник» 2005 и вторую команду детско-юношеской спортивной школы номер 6 из Рыбинска 3-1 и 3-0 соответственно. В другой подгруппе без поражения отыграла первая команда 6-й спортшколы, обыграв ярославцев и отрадновцев. А финальный матч выдался на редкость упорным и интересным. Проигрывая по ходу встречи, угличане смогли отыграться и выйти вперед. Но буквально на последней минуте матча рыбинские футболисты сумели сравнять счет 2-2. И победитель определялся по серии пенальти. «Чайка» реализовала все три удара, а вот спортсмены «Дюз-6» только два. Лучшим игроком нашей команды признан Игорь Суворов, который сумел забить в ворота соперников больше всех мячей. Конечно, вчера было легче, команды были легче. Ну, конечно, последняя игра была самая тяжелая вчера, но мы вышли в сегодняшний тур. Первая игра была с «Шинником», это очень тяжело. Команды на области мы всегда проигрывали, но тут как-то собрались, тоже проигрывали сначала, но, конечно, победили. Ну и про финальный матч, такая упорная борьба. Проигрывали, повели, сравняли, пенальти. Как так получилось? Не знаю, я случайно в конце мяч потерял, ну, а дальше нам забили сравняли счет. А по пенальти, это, как говорится, лотерея, как вы настраивались на нее? Да Дима собрался просто, мы все собрались и победили. Победа в предварительном этапе дала право угличанам на участие в следующем этапе «Локобола», который только что завершился в Нижнем Новгороде. Об этом в нашем следующем выпуске. 17 июня на стадионе «Чайка» состоялся настоящий праздник силы, здоровья, молодости и красоты. В этот день почти 100 человек из Углича и Угличского района приняли участие в едином дне сдачи нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Спустя многие годы взрослое население нашего района впервые в торжественной и праздничной обстановке получило такую возможность. Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено единственному представителю 11-й ступени ГТО в нашем районе, а это 70 лет и старше, Макиму Даулетову, которому осенью исполнится 77 лет. Через 15 минут, разогрев мышцы, все присутствующие разошлись по станциям сдачи видов комплекса, которых в этот день было 8. Благодаря четкой организации очередей к снарядам почти не было, и судьи этих соревнований, известные спортсмены и тренеры нашего города, единодушно отмечали неплохую подготовку практически всех участников единого дня. Общее впечатление, вот даже участники подходят и сначала с опаской, боятся, мы не сможем. И когда вот выполняют упражнение, оказывается, очень хороший результат. У многих девушек очень хорошо держится спина, очень хорошие результаты на самом деле. Вот у нас у девочек рекорд уже 30 раз. Маким Даулетович отжался 20 раз, сказал, мог бы и больше. То есть, в принципе, физическая подготовка на высоком уровне меня, честно говоря, радует. Все спрашивают, консультируются, как улучшить. То есть процесс идет у нас. Я знаю, рабочий. Что в соревнованиях по полиатлону очень строго это суется, чтобы спинка была прямая. Вы также строго судите? Мы стараемся строго, но немножко делаем поблажечки. Но, в принципе, принимаю довольно-таки строго. И у девочек получается. А вам приходилось участвовать во многих спортивных и соревнованиях, и праздниках. Как вы можете оценить то, что сегодня происходит на стадионе «Чайка»? Мне он нравится, что вот это у нас как бы вид спорта полиатлон, это многоборье ГТО, от них произошло, им прямо на сердце как бы радуется, что много людей пришло и вот участвует в этом виде, оно как-то возрождается. Все идут с очень хорошим настроением, очень позитивно. Говорят, вот тут надо нам руки подкачать, спинку подкачать. То есть настрой позитивный. Это очень радует. Вы знаете, что нас, как организаторов, радует то, что никого не заставляют. Вот такое раньше было. Что по команде все. А тут вот на самом деле люди, которые сами пришли и сами, сейчас, в принципе, уже рабочее время завершено, но они с большим удовольствием в пятницу вечером занимаются спортом. Да, погода отличная. И кто-то специально готовился к этим соревнованиям. Кто-то говорит, вот я это потренируюсь, еще улучшу свой результат. То есть настрой такой боевой у многих. Это радует. Конечно, участники единого дня сдачи норм ГТО ставили перед собой разные цели, но большинство присутствующих в этот яркий солнечный день на стадионе «Чайка» отличали светлые лица с радостными улыбками, а смех наравне с энергичной музыкой слышался на протяжении всего этого необычного спортивно-физкультурного мероприятия.
Вообще мы очень обрадовались, что все-таки взрослому населению, можно так сказать, разрешили наконец-то сдать нормы ГТО. Мы ждали этого момента очень долго, звонили во все инстанции, но благодаря Управлению культуры и спорта сегодня единый день сдачи ГТО. Поэтому мы надеемся получить золотой значок. Как вы лично сдаете? Я пока прошла только одно испытание, но в принципе я тренировалась в школе, у меня все хорошо. Одним из условий сдачи ГТО является тренировка. Тренировка и еженедельная двигательная активность. Да, но у учителей с еженедельной двигательной активностью все в порядке. Поэтому ну чуть-чуть физических усилий, и я думаю, все получится. Тем более, сегодня такой замечательный день. Сколько ваших коллег пришло из школы и вообще из других школ? Много встречали? Из других школ много. Ну, из нашей школы, например, 8 человек. Самых это активных, да. Я предводитель. А вы в курсе, что это только первый шаг к значку? Еще придется несколько раз сдавать кроссы на длинной дистанции, плавание. Готовы? Я знаю, что вот для того, чтобы мне получить золотой значок, я должна пройти 7 испытаний. 3 обязательных и 4 по выбору. Надеюсь, что нам все-таки предоставят возможность проплыть на 50 метров. Мы этого ждем. Ну и кросс по пересеченной местности тоже с радостью примем в нем участие. Спасибо и удачи. Спасибо. Кстати, надо отметить, что педагоги школ и детских садов активнее других включились в движение «Готов к труду и обороне». А впереди у всех участников сдача нормативов по бегу на средней дистанции, пулевая стрельба, плавание и лыжные гонки. По доброй традиции, в июне ежегодно проходит семинар любителей восточных единоборств, на который с удовольствием приезжают гости и из других городов. В этот раз количество участников перевалило за 130. Гости из Ярославского клуба «Максимус» не пропускают ни одного семинара, привозя все новых и новых участников вместе с родителями. Количество людей, которые присутствуют на этом семинаре, растет постоянно. Вот. Ну и в общем-то мы как-то как в родное место проезжаем сюда. То есть уже никакого такого трепета, волнения перед чем-то новым нет? Да нет, что-то новое бывает всегда, каждый раз. Вот, но как бы тянет самое главное сюда. А те дети, которые раз побывали здесь, именно их тянет сюда? Да, да, конечно. То есть никто не говорит, тут тяжело, тут как-то нет? Нет, нет. Все рады, все довольны и всем нравится. Со спортивной точки зрения, что ожидает детей на этом семинаре? Что-то новенькое, какие-то спарринги, поединки? Завтра будут соревнования. У нас, в принципе, есть несколько дисциплин, по которым мы хотели бы провести эти соревнования. Но дело в том, что проблема в том, что может не набраться каких-то категорий там, и так далее, весовых. Поэтому мы, в общем-то, мы будем завтра уже решать, что завтра будет. Но соревнования мастер-класс? Будут. Да, обязательно, конечно. Да. А как вы смотрите на то, что помимо спортивной составляющей здесь... Расслабляющая такая, составляющая, отдыхающая, если можно так выразиться, составляющая. Ну а как же без этого? То есть это нормально. И из-за этого тоже тянет ребят сюда. Покупаться, загорать, поиграть. Ну, здорово. Разрешали своим детям в реку? Так а вместе с родителями. Они же вместе с родителями. Поэтому я имею в виду, вода не холодная? Вода вот, классно. Спасибо, удачно вам семинара. Спасибо большое. Как уже отмечалось, наряду с традиционными видами организаторы придумывают все новые и новые конкурсы. Так, бывший сотрудник управления внутренних дел по Ярославской области Алексей Мущинин обучал юных единоборцев азам военного дела. Сам раньше занимался борьбой самбо, поэтому решил ребенка отдать, чтобы он тоже приобщался к спорту, занимался, сделал какую-то выборку небольшую по Ярославлю. Вот, и остановились мы на... В клубе «Максимус» отдал вот Эдуарду Альбертовичу на воспитание ребенка и о чем не жалею. Каковы впечатления от очень хорошо, берега? Очень весело, замечательно. Весь день сегодня ребята купались, загорали, играли там в мяч, рыбалка, все что угодно. Мне по секрету сказали, что вы не просто так приехали, а чему-то и хотите поучить еще юных воспитанников, да, этого, да, семинара. Хотел бы провести с ними занятия по тактике огнестрельного оружия, то бишь автомат Калашникова 74. Научить разбирать, собирать автомат и рассказать о боевых характеристике. А те, кто здесь из Ярославля, из Углича, вы с ними знакомы, родители? Конечно, конечно. Мы ездим с угличанами, это же они тоже как бы наш клуб. Ездим постоянно на одни соревнования. Все родители, все ребята, тренера, все общаемся вместе. Очень хорошо, очень весело. Всегда, ну, замечательно проходят дружеские
встречи, даже на соревнованиях. Они с одного города, мы на другого, из другого. Где-то в Москве встретились, все равно все вместе, команда одна. Вы здесь первый раз, тем не менее, по-моему, 7-й год этот семинар проходит. И, на следующий год. Я надеюсь, что мы теперь будем постоянными посетителями этого берега, так как у ребенка очень большие планы, далеко идущие. Он хочет заниматься, ему нравится. Получается? Ну, об этом надо судить не мне, а тренерам. И я думаю, получается. Уже начинает занимать какие-то призовые места на каких-то соревнованиях. Поэтому желание у него есть очень большое. И мы надеемся, что он будет заниматься, а мы будем его поддерживать в этом. Спасибо. Ну а главным героям семинара, мальчишкам и девчонкам, занятия и отдых на природе придают не только силы и умения, но и любовь к родной земле, своей малой родине и чувство патриотизма, которое с годами только укрепляется. В каких видах ты поучаствовал? Ты сейчас мячом стоишь. Для чего тебе этот мяч? Ну, мы играли тут с ребятами в пионербол. Мы в том году метали ножи, стреляли из лука, купались. А что тебе больше всего нравится? Мне, что мы стреляли из лука. Ага. А в пионербол выиграла ваша команда или нет? Ну, мы так не на голы играли, но я думаю, что да. Понятно. А ты здесь находишь новых друзей? Да. А с того года старые у тебя остались? Расскажи про них. Какие у тебя старые друзья? Из других городов, с Ярославля есть? Да. А кто? Расскажи про них. Ну вот я боролся с мальчиком. Он тут здесь много раз боролся. Я ему вот проиграл, на соревнования были. Мы с ним сейчас играли в пионербол. И вы стали друзьями с ними, да? Да. А ты такой вот крепенький. Ты хорошо кушаешь? Чем, да. Чем вас кормят здесь? Ну, у нас сегодня была каша, потом щи с картошкой. И вот сейчас я не знаю, что будет. А некоторые дети не любят кашу, а ты любишь? Но приходится есть, да? Чтобы стать сильным и здоровым. Да. Именно на таких семинарах, где дети вместе с родителями преодолевают трудности походной жизни и вместе отдыхают, рождается настоящая дружба и чувство товарищества, которые потом не раз помогут в нелегких жизненных ситуациях. И это все, дорогие друзья, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. Мне остается только напомнить, что нашим партнером, как обычно, был магазин мужской одежды «Статус», расположен на втором этаже Северного рынка и по адресу улица Луначарского, дом 2/14. Любая обувь, любая одежда, на любой вкус, на любое событие в вашей неповторимой жизни в магазинах «Статус». Магазины «Статус» для вашего статуса. И на этом я, автор и ведущий спортивной панорамы Роман Желтов, с вами прощаюсь с пожеланиями всего самого доброго и наилучшего. И, конечно же, не забывайте заниматься спортом.